Всем хай, с вами Никополис, и сегодня я вам покажу, как нарисовать вот такой вот красивый класс. Для этого нам понадобится голубой карандаш, черная ручка, корректор, карандаш, черный фломастер и светло-синий фломастер. Вот. Давайте же начнем рисовать сам наш класс. Берем простой карандаш и начинаем так вот рисовать. Сначала рисуем вот так. И потом рисуем вот так. Вот такой вот глаз. Ну, чуть-чуть отличается, просто я как бы разные глаза рисую. Вот. Вот так вот. Вот такой вот глаз. Теперь рисуем две таких вот душечек. Потом зрачки. Зрачки, чтобы они были вот такие вот. Так, теперь берем черный фломастер, разукрашиваем зрачки вот таким вот образом, вот так вот. Теперь берем корректор. И вот сюда вот, именно в эту цель и мазаем корректором. Сейчас, подождите. Сейчас. Сейчас. Подождите. Ну, у вас корректор должен работать. Вот. Ну, вот так вот. Так. А следующее мы рисуем вот, вот так вот. Вот так вот. Потом вот так вот пальцем вот так вот размазываем. Ой, извините за звуки. Вот. Вот так вот у нас это все вышло. Ну, после этого будут пальцы очкаться. Вот. Ну и теперь берем еще раз черный фломастер, потому что и замазываем там, где вот попал корректор на зрачок. Вот так вот замазываем. Так вот. Теперь берем голубой карандаш и вот так вот разукрашиваем глаз. Вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь берем светло-синий фломастер и делаем вот такое вот чудо. Так, так. Вот так вот. Это вот у нас все выходит. Теперь берем черную ручку и рисуем ресницы. Вот таким вот. Сейчас, подождите. Таким вот образом. Главное, чтобы было красивенько. Вот так вот. И внизу. Вот так вот у нас вышел глаз. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока!